Вот такие хитрые правила в командных соревнованиях. На ковре А в красном трико выступает Чихо Хамада, представительница команды Японии. Ей 23 года, 14 лет занимается борьбой. Чемпионка мира прошлого года, участник чемпионата Азии, многократный чемпион Японии. Ее соперница в синем трико Анжела Дороган, представительница команды Азербайджана. Ей 26 лет, 10 лет занимается борьбой. Серебряный призер турнира серии Golden Grand Prix 2013 года. Андрей Бузин, Виктор Ринчинов. Ирина Лагонова, серебряный призер чемпионата мира 2014 года, бронзовый призер чемпионата Европы, чемпионка России. В этом году она завоевала золотую медаль международного турнира «Иван Ярыгин». В синем трико борется София Мэтсон, представляет команду Швеции. Софии 28 лет, 19 лет в борьбе, тренер Фариборг Бисарати. София трехкратный серебряный призер чемпионатов мира, трехкратная чемпионка Европы.
среди почетных гостей наших соревнований, ну, будем говорить не только гостей, а, в общем-то, самых, может быть, главных организаторов и помощников проведения этого турнира, присутствует новый президент Федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга. Только что его избрали. Это мастер спорта международного класса, известный в Санкт-Петербурге и в России борец по греко-римского стиля Алексей Широков. Мы поздравляем его с избранием на пост президента Федерации, это объединенная уже Федерация греко-римской и вольной борьбы. Сейчас она называется Федерация спортивной борьбы Санкт-Петербурга. Возглавляет ее Алексей Широков. Широкий. И помогает ему во всех вопросах по борьбе председатель Совета Федерации Федерального собрания России Вагиф Мамышев. Представляем также его. На ковре А победу одержала Чихо Хамада, Япония.